Здравствуйте, друзья! Сегодня я вам расскажу о лечебном чае вербены. Свойства чая из вербены. Снимает жар, нормализует сон, восстанавливает менструальный цикл, повышает лактацию, снимает утомляемость, устраняет хроническую усталость, нормализует работу печени, почек, снимает головную боль, улучшает кровообращение. Для приготовления чая вербены 2 чайные ложки цветков растения заливаются 200 мл кипятка, после чего средство настаивается 5 минут, процеживается и выпивается за один прием. Будьте здоровы!